Всем привет! Давно я вам не показывала Avon, заказала я снова посылочки. Самые мои любимые продукты. Всегда накладная, 440 гривен. Так, что там видно? К своему новому утюжку я взяла термозащиту. У меня уже была, что-то я, конечно, если честно, не поняла там, для чего она слишком предназначена, но... Пусть будет, потому что она дешевле стоит, нежели какую-то покупать в магазине. Мне нравится вот такая водичка, очищающая, 3 в 1, и New. Я вообще люблю New, именно мицеллярка, всякое такое. А заказала также вот Марк, это новая серия. Это база под макияж. Цвета нету, приятная, жирная. Я люблю пользоваться базами, потому что тогда, во-первых, очень идет экономия самого продукта, намного его меньше уходит. И лучше, конечно же, ложится сам тональный крем, дольше держится, меньше жирнеет кожа. В общем, попробую вам расскажу. Сказала Марк Мусс, там были разные тональные средства, но я решила взять мусс, потому что у меня когда-то был Макс Факторский. Мусс. И мне очень понравилось. Я сейчас нигде его не могу найти, именно в том оттенке, какой у меня был. Решила попробовать эйвонский. Ну, красивая, конечно, упаковочка. Они так это прикольно, да, сделали так красивенько, типа. Спонтом Мак. Только эйвонский Марк. У меня златаного братика Марк зовут. Ага, да, такой он. Пушистый. Ой, как классно ложится. Вот я тут сюда намазала эту базу. И вот сейчас ложу крем. Боже, прелесть какая. Такое вот бархатное ощущение. В общем, еще не пробовала, но я что уверена, что будет все клево. А, крем для рук. Я постоянно, очень часто мою посуду, постоянно готовлю. И кремы для рук у меня уходят вообще на раз, два, три. Тем более 25 рублей. Крем этот, и там 75 миллилитров, то вообще. Ага. И это для кончиков. Да. Сыворотка для кончиков. Всегда пользуюсь вот такими маслами. Мне еще нравится Гариньер Фруктис. Но что-то в последнее время у меня в магазинах я его найти не могу. Поэтому взяла Avon. И это у меня всесторонний уход. То есть самый первый был в каталоге. Типа для всего. Я всегда кончики не мажу. Вот только помыла волосы, на влажные волосы, кончики, тогда они более ухоженно смотрятся. Вот это, девчонки, незаменимая вещь. Он настолько классно увлажняет губы. У меня был корейский, он стоит 170 гривен корейский. Дороговато. А это 25 рублей. Я на ночь его наношу и ложусь спать с ним. С утра губы такие ухоженные, такие классные. Запах приятный, чуть-чуть так подщипывает. Очень круто увлажняет. Вот эта вещь прям просто незаменимая. Такая вот у меня сейчас есть сыворотка тоже для кончиков волос. Гарниер, наполнение массы волос. Очень отягощает, знаете, вот ее так вот намажешь. Руки сразу липкие, волосы липкие и... Массу оно, конечно, не особо добрызгиваю, у меня там еще чуть-чуть осталось. Это тоже Avon, блестящий эффект. Очень много здесь силикона, мне кажется, потому что они тоже, они блестеть начинают, но стают жирные. Вот его можно только на кончики брызгать, ни в коем случае не где-то на голову, потому что зря только голову будете мыть. Я вам рассказывала, у меня есть вот такое вот сияние Avon, это тоже как тональный крем. Очень плохо ложится, очень плохо держится, кожа блестит. Это самое говняное, что у них есть. Но на смену к нему, вот я заказывала такую, и вот у меня есть еще одна. А что они разные? Вообще должны быть одинаковые. А вот эти мне нравятся. Я взяла оттенок темный. Он очень темный, и мне нравится бархатная такая кожа после него. Конечно, надолго его не хватает, в плане того, что он... пятнами потом ложится по коже, когда начинаете там потеть, такое. А, но именно в начале, вот как его наносить, то довольно-таки классно. Вот эти мне нравятся. Вещи. Мне еще вот такой розыгрыш от Марк. Можно выиграть деньги. Я, конечно, с моим еврейским счастьем я могу выиграть только хотя бы крем для рук. В общем, сейчас буду стирать и отправлять на номер.
Пожелайте мне удачи. Девчонки, не упустите возможность. Экономьте 75% на набор старой девы. Но это вообще кошмар. И цены такие, ожерелье 149, сережки, ну ладно. Но этот браслет, это женочий джемпер. Всего 550 гривен. Это вот, если вы хотите этот джемпер, зайдите в любой секонд-хенд. Там такие джемперы по 10 рублей будут. Супер пропозиция. Купи себе костюм, отдельно штаны и отдельно кофту. То есть сделайте уже вместе костюм. Не, штаны 600 и кофта 600. Итого штука 200. Пиар-ход, конечно. Ага, это мужикам на защипочке. Халат после душа, чтобы вышел, и он быстро с него слетел. Кстати, а бижутерия Avon, она очень желтая. Прям видно, что это бижутерия. Не такой, знаете, оттенок, вот как у золота, а тупо просто желтая. Так что я бы вам не советовала. И очень быстро линяет. Я уже не раз с этим сталкивалась. Супер штанишки называются. Я не выйду замуж никогда. Вот куда это годится? То хоть футболку наверх натяни. Ну кошмар. Вот эти штаны с утяжкой. Это вообще просто борода. А, здесь даже замочек еще есть. Поняли? Супер. 800 рублей всего. А не 500. Если Маша Ефросинина пользуется Avon, то убейте меня уже. Потому что посмотрите на нее и... Хоть одну мне помаду Avon покажите, чтобы вот была именно вот такая. За тушь я вообще молчу. Avon такие херовые туши, что ними можно только, я не знаю, на обоях рисовать. Да. И вот эти тоналки дерьмовые, потому что у меня были разные, что штуки 4 разные. Они слишком жирные и очень от них кожа блестит. Кисточки. Вот такую я бы себе взяла, как дуофибра. Только у них такие цены, что дешевле купить Real Techniques. Помады. А у меня была вот такая помада, не знаю, ли я вам показывала, люкс оттенок у меня был. А, натуральная роза. Что, кстати, прикольная. Очень жирненькая такая. Такая умывалка у меня есть 3 в одном. Говно редкостное, пардон. А, она даже тоналку не смывает. Не надо умываться, а за 3, чтобы вот именно хорошо смыть. Красивая девка. Сережки такие похожие, как у меня. Так, что там еще? Расчески, краски. Кстати, краска тоже у них галимая. Я волосы красила, краской была. Ужас один. Есть у меня для педикюра похожая от Avon. Подешевле, конечно. Она даже не крутится. Ее только к пятке подставляешь, и сразу она начинает дыметь, пердеть и вообще. Вонючки, это если вы мужику своему купите, то он будет еще хуже вонять, чем лучше бы... Они жирные такие, и вот помажешься, они вообще не забирают какой-то неприятный запах. Наоборот, руки липнут и пахнет скудно. Ну все, на этом мое сегодняшнее маленькое видео заканчивается. Всех очень сильно люблю. Пока!